Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прими благодарность за этот добрый час, когда имя живого Бога может славиться на этом месте, когда люди, знающие Тебя, могут призывать Твое имя в свою жизнь, как Бога, разрушающего все дела и твердыни и замыслы дьявола. Я благодарю Тебя, что это имя не просто может это сделать, оно это делает, когда народ святого Бога прибегает к этой возможности. И мы сейчас на это место пришли для того, чтобы научиться Твоей мудрости, научиться Твоим принципам, по которым земля отвоевывается для Тебя. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты хочешь, чтобы на этой земле не было беспечных людей. Ты хочешь, чтобы на этой земле были люди, знающие Тебя и по имени, и по сути, и познавшие Тебя в реальной жизни. И мы хотим быть в числе таковых людей, которые волнуют небо своими молитвами, своим голосом. Я благодарю Тебя, Иисус, потому что мы пришли, чтобы сложить сейчас всякое бремя, все, что могло запинать в мыслях, в чувствах, в заботах и в суете, и все это отложить в сторону, чтобы нам сейчас сосредоточиться на Твоей правде, на Твоих возможностях, на Твоих источниках, которые текут в жизнь вечную. И я благодарю Тебя, мой Бог, я благодарю Тебя, что каждый из нас, встав на этот путь, желает по нему двигаться. Поэтому пусть ясный смысл придет сейчас на каждого присутствующего здесь и на тех, кто когда-либо будут свидетелями этого слова. Я благословляю сейчас эту информацию течь. Я благословляю свое сознание и сердце быть подключенным к Тебе, к Твоим источникам. Я благодарю Тебя, что сам Бог заинтересован, чтобы народ Божий узнал Твою тактику, узнал принципы, по которым важно действовать и распространять силу Твоего Царства. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты помыслил о нас во благо. Слава Тебе, что Твои мысли, они сегодня становятся нашим достоянием, реализуясь в этой практической жизни. Я благодарю Тебя за то, что у нас есть еще время научиться от Твоей правды, принять Твой смысл и двигаться по этой жизненной дороге. Слава Тебе за это, Господи. Слава Тебе за пути, которыми Ты ведешь нас. Слава Тебе за ясный смысл, который Ты открываешь перед нами. И сейчас во имя Иисуса Христа все намерения, планы дьявола да будут разрушены, и да будут они нам известны, как сказал некогда Павел, что нам не безызвестны его умыслы. Поэтому дай нам распознавать его принципы, разоряя и разрушая все и забирая от корня жизнь, уничтожая его пребывание в этой земле, в этом народе, в этой стране и области, которая окружает сегодня нас. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что у нас есть такая удивительная возможность проникнуть в тайны Господа, потому что тайны Ты открываешь боящимся Тебя, и мы хотим исповедовать свой страх перед Господом в смысле ненависти ко злу, в смысле того, что мы не хотим мириться ни с каким злом на этой земле, который нас окружает. Поэтому мы согласились стать как одна армия, как один народ, знающий трубный зов, и получить эту степень блаженства, которая нам принадлежит. Я благодарю Тебя, Господи, что могу сейчас исповедовать Твою власть на этом месте, Твою премудрость и открытые небеса. И всякое намерение дьявола да будет разорено прямо сейчас. И против этого народа не состоится и не сбудется никакой план, никакие козни. Потому что сейчас народ Бога Живого возвышает свой голос. Отец, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, что наступило время, чтобы землей овладели святые, чтобы царством святые могли управлять. Наступило это время, и поэтому мы хотим научиться от Твоей правды. Мы хотим есть от Твоего стола, пить от Твоих источников, получать ясный смысл и прозрение для глаз. Я молюсь о том, чтобы не было глухих в народе Твоем, чтобы не было хромых и слепых в армии Твоей. Поэтому, Господи, пусть видение от Всевышнего, оно просвещает всякую тьму. Я благодарю Тебя, Господи, что у нас есть на это право, у нас есть на это возможность стучать небеса и получать просимое. Да будет имя Бога нашего превознесено, да будет имя Бога нашего прославлено. Я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, что через то, что земля будет очищена, что будет приготовлен путь Господу. Вот таким образом мы сможем явить Твою славу на этой земле. И земля наполнится ведением, как дно морское наполнено водою. Слава Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя, потому что Ты верный, потому что Ты вечный, потому что Ты неизменный, потому что Ты любящий и милующий. Слава Тебе за это. И сейчас во имя Иисуса Христа, присутствующих здесь, я покоряю послушание Христу. Я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, говорил к нам сегодня вечером. Я прошу Тебя, чтобы небо, оно преклонилось. Я молюсь, чтобы ад затрепетал.
А потому говорю во имя Иисуса, ангелы Божьи, будьте вокруг нас стеною, будьте вокруг нас своими способностями военными. И я благодарю Тебя, Господи, что у Тебя есть эти привратники. Я благодарю Тебя, что у Тебя есть эти приставы, которые выполняют слова Твоих посланников. Поэтому во имя Иисуса Христа да будет так, да будет так, да будут очищаться сердца, да будет очищаться сознание каждого человека, да будет очищена атмосфера города, да будет приведена в соответствие каждая площадь этого города, да будет каждая структура и города, и страны вычищена для Тебя, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что это слово власти. Я благодарю Тебя, что это слово силы. Я благодарю Тебя, что это слово Твоего провидения. Я благодарю Тебя, потому что Ты стоишь авторитетом Своим за этими словами. Аминь, 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 о Бог мой. Я благодарю Тебя, что это Твоя печать. Я благодарю Тебя, что это Твое движение. И потому да льется, Господь, Твоя река, живая река и живой поток, и овладевает территорией. Я благодарю Тебя, Иисус, потому что все, что Ты определил нам делать, мы сделаем с Тобой. Мы сможем очистить территорию, мы сможем овладеть ею и засадить ее, как сад едемский. Слава Тебе, Господи, что охрана и ограда будет построена прежде, и сюда уже никакая змея не проползет. Мы сейчас об этом Тебя просим и принимаем от Тебя Твое всеоружие, принимаем от Тебя ясный смысл, принимаем припоясание чрез ума Твоей истины, мы принимаем Твой шлем на голову нашу, мы принимаем от Тебя Твою праведность Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что эта броня, она не будет уязвима, она не будет повреждаема. И потому мы одеваемся сейчас в эту броню. Мы принимаем щит веры, который нам так необходим, чтобы отражать все раскаленные стрелы лукавого, не пропустив ни один. Мы принимаем от Тебя обувь благовестия. Мы принимаем пояс истины. И я утверждаю во имя Иисуса о Твоем, Господь, мече, которому должно быть в руках наших заостренным и вычищенным и сверкающим, как молния. Да будет он умножен в своих масштабах и в своем влиянии. И я благодарю Тебя, Господи, что Твой меч, он без стука не возвращается. Поэтому дай и нам обладать таким словом, такой властью в словах, чтобы не возвращалось напрасно уже сказанное слово о городе, о народе, о стране, о человеке, о семье, о церкви, о служителях. Всякое слово, которое звучит о врагах, чтобы оно исполнялось, чтобы покорялись те, которые были до сих пор непокорны. Во имя Иисуса мы молимся к Тебе об этом. И я благодарю Тебя, что Ты дал дары человекам именно для того, чтобы люди, обладающие Твоими талантами и дарами, могли приобретать души некогда противников, некогда богохульников, некогда стоящих против народа Твоего. Но я благодарю Тебя, что пришло время, чтобы Царство Твое, оно распространялось в силе. Да будет так, Господь. Поэтому я прошу, чтобы Слово Твое, оно не было похищено из того, о чем Ты дашь сейчас говорить, чтобы Слово Твое, оно входило в сердца, оно попадало на почву добрую. И я благодарю Тебя, Господи, что прямо с тем семенем, который будет попадать в сердца, и ангел Твой с вращающимся мечом встанет, чтобы это семя не было повреждено, чтобы оно не было украдено, чтобы оно не было вырвано раньше времени, но чтобы оно принесло свой плод. Я благодарю Тебя, Господи, что мы заблаговременно полагаем молитву, подобно тем праведникам, о которых Ты говоришь в своем слове, чтобы разлитие многих вод нас не достигло. Да будет так, Господь, да светится Твое имя, и придет Твое царство в силе и могуществе во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, немного коротко напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, чтобы двигаться дальше. Я так полагаю, что все понимают, что мы сейчас будем говорить о духовной войне и о картографии. То есть это пока не библейская школа в том виде, в котором она бывает, а это духовная война, которая, скорее всего, друзья, у нас будет раз в месяц по средам. По средам уже не по воскресеньям, чтобы как-то высвободить немножко время. Скорее всего, что следующее занятие у нас будет последняя среда октября. Последняя среда октября. Ну, а сейчас, говоря о возможностях Бога, я хочу немножечко остановиться на одной главе Исаии, чтобы нам с вами обнаружить, к чему мы с вами призваны. 61 глава Исаии, она говорит так. С первого стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что и вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа». Во славу Его.
Вот этот текст, он достаточно известный в христианстве, даже хотя бы потому, что с этих слов Иисус начал свое служение. Поэтому все настолько внимательно рассматривают и то, что говорил Христос, и понимают, что действительно миссия Иисуса, она сегодня лежит на церкви, чтобы освобождать людей, развязывать их, чтобы им давать возможность выйти из плена и переодеть, как мы здесь прочли. Но далеко не все церкви и не все христиане видят причастность к следующему стиху, о чем мы сегодня с вами и будем говорить. «И застроятся пустыни вековые, и восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». То есть, если мы видим начало этого текста, то есть у него реальный смысл, зачем все это. То есть Бог, Он никогда не ограничивается только маленькой какой-то целью. У Него есть очень пристальное внимание как к семени, так и к размножению этого семени. Семя – это что-то небольшое и незначительное, но Он уже в этом семени видит те масштабы, которыми Он хочет овладеть за счет здорового семени. Если в семени в самом есть повреждение, то уже и распространение будет гнилым и нездоровым. Поэтому не может Господь не обратить внимания на мелочь, потому что вот это немногое, может быть, для глаз человеческих незначимое, оно тогда не даст полноценно здорового. И мы знаем, что если дом состоит из кирпичиков небольших, казалось бы, ну что такое маленький кирпич, что такое огромный дом, который может сегодня быть выстроен в 20 с лишним этажей. Но если эти кирпичи маленькие будут рыхлыми, то весь этот дом развалится. Поэтому Бог обращает внимание на мелочи, и у Него нет мелочей незначительных. Каждая немногое, малая составляющая, но она имеет в виду быть у Бога в крупных Его проектах. Поэтому, когда мы говорим о восстановлении земли, о восстановлении нации, о восстановлении городов, о восстановлении путей для населения, то это имеется в виду, что цель конечная у церкви именно такая. Но за счет чего? За счет того, что человек поймет, невозможно восстановить землю и заселить ее людьми со старым мышлением. То есть будет все опять разрушено. Поэтому здесь необходимо работать параллельно. И вот эту параллельность, о чем мы с вами говорим на духовной войне в принципе, это работа с личностью, это освобождение от того, что было раньше как багаж, от неправильного мышления, от тех структур жизненных, которые надо менять, и от режима, в том числе, который неправильный, можно и нужно человека освобождать, от у кого какие есть проблемы и зависимости. То есть это одно направление работы. И второе направление, когда человек вычищен, когда он уже приготовлен для сражения, и опять поселять его в зараженную атмосферу. Что мы имеем после этого? Мы имеем опять подчас рецидивы того, что человек опять попадает в те же капканы. Мы имеем то, что люди с одним и тем же вопросом разбираются десятками лет. Поэтому атмосферу, или, так скажем, заражение в атмосфере, надо обязательно параллельно исцелять. Иначе мы будем иметь просто круговорот, но уже не воды в природе, а проблем в нашей жизни. Чтобы эти проблемы решать качественно, конструктивно, нам надо реально понять две этих серьезных задачи, которые лежат на церкви. Кто-то говорит, что, наверное, нас это Бог не призвал делать. Наверное, меня Бог это не призвал делать. Мы с вами говорили уже о Моисее, и в следующий раз мы опять немножечко коснемся уже, я имею в виду, на библейской школе в следующую среду. Почему Моисей стал отказываться от того, что Господь пошли Аарона? Потому что если вот вы сейчас себя представите на место Моисея, нам легко сказать, конечно, Моисей учился там у ног фараона, он собрал всю мудрость Египта, он уже получил такую закалку в пустыне, у него 80 лет багажа за плечами. Это человек, который является таким гигантом в наших глазах. А как себя Моисей видит? Разве он себя гигантом видит? Он говорит: «Господь, что меня-то? Вот Аарон,
Я же и говорю плохо. И он концентрирует свое внимание на мелочах и на минусах, которыми сам обладает. То есть минусы раздуваются, а все плюсы и все достоинства, они принижаются. Если мы увидим вот такой психологический портрет Моисея, разве это на нас не похоже? Соответственно, если сказать, допустим, каждому из присутствующих здесь, а ты знаешь, что через тебя Господь хочет восстановить, ну, как минимум, допустим, район города, может быть, деревню, в которой ты родился, а может быть, нацию, если ты, может быть, из какого-нибудь немногочисленного народа. Я сейчас пока не беру масштаб специально. Просто взять хотя бы какой-то фрагмент, может быть, твоих одноклассников. Он хочет полностью изменить их жизнь. Может быть, место, где ты трудишься. Если ты посмотришь вокруг и обрати внимание на себя, как ты себя сейчас там чувствуешь, как хозяин положения, либо как человек, который хочет уйти от проблемы, чтобы не трогать эти проблемы, их не решать. Но не мое же это дело, это начальник должен решать, а я-то тут, в общем-то, только работник. А еще, может быть, кто-то подумает, да я только пол здесь мою. А вы знаете, какая удивительная возможность у тех, кто пол моет? Как правило, они это делают тогда, когда уже никого нет. Это первое преимущество. Второе преимущество – они имеют дело с водой. Они могут туда вкладывать свою информацию. Третье преимущество – они могут помазать все, что им надо, и сказать все, что надо. Представляете, какое преимущество у тех, кто является клининг-работниками, как их называют сейчас. То есть убирают. Поэтому, если мы начнем рассматривать с позиции преимуществ, то мы их обязательно найдем. И не будем кивать головой, что вот, если я там не занимаю главенствующее положение, значит, я ничего не могу изменить. Поэтому принципиально надо поменять свое собственное мышление. У церкви есть предназначение. Поэтому себя поставьте как представитель Моисея. Потому что если Бог так мыслил о Моисее, то у нас на сегодняшний день есть преимущество перед Моисеем. И я думаю, что всем оно известно. Какое? Иисус Христос в нас. Это великая тайна, могущественная сила семени Его, Слова Его, Духа, она в нас. Поэтому это преимущество перед Моисеем. Если Моисею надо было спасти нацию, пусть на тот момент она была не столь многочисленная, сколько, допустим, сегодня наша нация, но как бы там ни было, это уже были миллионы людей. И Моисею Бог это предназначил сделать. То поэтому у нас с вами есть преимущество перед Моисеем, а значит, нет права оправдывать бездеятельность и отсутствие шагов к познанию. Поэтому, друзья, я не хочу вас долго убеждать в том, что у нас есть права, и более того, с любым правом есть ответственность. Ответственность, данная Богом, за ту землю, в которой мы с вами оказываемся и в которой мы с вами живем. Если мы рассмотрим трех царей, и так как мы этому посвящали много времени, то я сейчас очень коротко скажу трех царей, которые были, был первый царь Саул, второй царь Давид и третий царь Соломон. Вот самые яркие цари в истории израильского народа, и каждый из них олицетворяет определенный период царства. Если мы рассмотрим Саула, то это представитель ветхозаветного правления Бога на земле. То есть, когда не было контакта с народом, когда Бог был отделен от народа. То есть Саул как определенный образ того, что есть служение в ветхозаветное время. Давид уже олицетворяет служение новозаветнее. Почему? Потому что мы знаем, что Бог сказал: «Я восстановлю скинию Давидову». Это идет речь уже в Новом Завете. Значит, сам Давид включал в себя вот эти два направления царственной жизни. То есть два направления в каком смысле? Он был поклонником и он был военным человеком. Поклонник по сердцу царя, как священник, и как царь по сердцу царя царей, и как царь на этой земле, он мог отвоевывать территории и их сохранять для своего царства. То есть вот это есть прообраз нашего с вами служения, когда нам важно научиться и быть военными людьми, и быть поклонниками в одном лице. Это наш с вами период. Поэтому, если мы рассмотрим, с чего начинал Давид, он победил Голиафа. Это единоборство, которое нужно каждому воину пройти. Вот это, друзья, я сейчас на этом не буду останавливаться подробно, потому что мы об этом говорим и на энкаунтерах, мы об этом говорим на пост-энкаунтерах. Единоборство – это получить личную свободу и удержать ее. Это единоборство обязательно проходит каждый человек. Без этого нет дальше продвижения. Поэтому если кто-то считает, что мне это не нужно,
Это нужно тому, кто, может быть, где-то слишком испачкался, может быть, где-то слишком у него были большие корни, тянущиеся где-то с беззакониями праотцов. Нет, это нужно каждому. Это образ служения Давида. Необходимо каждому пройти через вот эту проверку единоборства и победы. Следующий царь Соломон, который олицетворяет уже правление тысячелетнего царства. Когда мир, когда война закончилась, когда богатство, устройство, красота, которая превышала все возможные варианты всякого правления здесь на земле. То есть, если пришла царица Савская и была потрясена тем, что она увидела, потому что аналогов правления Соломона на земле не было. И самый богатый, самый мудрый, самый мирный царь. Поэтому это олицетворение тысячелетнего царства. Безусловно, друзья, я сейчас не говорю о том, что у них не было, у каждого из них, каких-то своих человеческих сторон и своих минусов, грехов и падений и так далее. Не об этом речь. Сейчас я говорю о глобальности картины. Поэтому, если мы рассмотрим сегодня церкви и обернемся на некоторую историю, небольшую, чисто тех церквей, где вы находились сами. То есть кто-то, может быть, только-только пришел к Богу, кто-то, может быть, знает историю церкви получше, исходя из, допустим, даже православной истории церкви, потому что она имеет корни. Кто-то имел причастность к различным конфессиям протестантским, и вы сейчас можете обратить внимание, о чем чаще всего молятся в церквях. Погромче. Господи, прости. Значит, о прощении. Еще. О спасении людей. Так. А записки о чем все время подают? Об исцелении, правда? Об исцелении, или чтобы Господь кого-то привел из родственников, вот они там где-то. Как правило, родственников, вот у меня сын, там у меня дочь, у меня муж, сват, брат. То есть вот в таком ключе эта картина типичная для всех церквей. И здесь ничего нового для нас не встает. Но что сказал Христос от начала? Это его Нагорная проповедь. О чем он сказал? Шестая глава Нагорной проповеди, заканчивается 33 стих как? «Ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, а остальное все приложится вам». И посмотрите, мы сегодня концентрируемся на остальном в церквях и забываем Царство Божье, которое включает в себя восстановление земли, восстановление городов, восстановление наций, потому что Господь сказал, что Царство Божье, оно распространится. Как дно морское наполнено водой, так будет земля наполнена ведением. Царство Божье, которое всем обладает, царство, которое приходит в силе, это все Царство Божье. А посмотрите на притчи Царства Божьего. И мы тоже об этом рассматривали как-то на библейской школе очень подробно все притчи. То есть идет речь, опять же, и о закваске, которая все заквасила, и о дереве, которое выросло таким огромным, что туда могли укрываться птицы, и о неводе, которая захватила рыб разного рода. То есть идет речь о масштабности. И поэтому, если мы с вами сконцентрируемся на правильных вещах Божьей воли, то остальное начнет прикладываться. Это и здоровье, это и дети, которые приходят в царство, это и мужья, и жены, которые будут жить в согласии, это страна, которая начнет процветать, а значит, экономические вопросы и вопросы жилья, вопросы образования, они станут, посмотрите, насколько естественным образом меняться. Если система образования получит здравых, просвещенных людей в духе, что произойдет с нашими учебниками? Они перестанут туда вносить. Казалось бы, сегодня пытаются что-то внести, а что вносят? Православные праздники и традиции, вместо того, чтобы нести жизнь. А система Дарвина и ложь остается до сих пор на этих страницах. Более того, добавляются какие-то секс-обучения прямо на страницах, чтобы люди, дети могли знать, что от чего бывает. И так далее. То есть это аномалия в системе образования. Почему? Потому что нет изменения мышления тех, которые эти учебники создают. А когда происходит изменение вот самих людей, которые ответственны за это, которые в образовательной системе занимают ключевые позиции, тогда мы увидим сразу естественным приложением, как изменение самой системы. Поэтому, друзья, нам надо не со следствиями бороться, а переместить акценты.
И вот это перемещение акцентов, оно приходит прежде всего с перемены мышления Божьего народа. Мы знаем все прекрасное место. Время начаться суду с Дома Божьего. Суд – это не осуждение народа. Суд – это взвешивание. Что делает церковь? На каком этапе она находится, и что Бог осуждает как неправильное действие, а что Он приветствует. И Он дает своему народу разобраться. То есть мы знаем, что на суде звучит определенная какая-то, ну если не петиция, то приговор или определенный вывод, который судья зачитывает. Поэтому это может быть и вознаграждение, это может быть и обвинение, но коль у нас уже обвинение все взял Христос на себя, поэтому не надо бояться приходить на суд Божий, когда мы здесь на земле, призывать Его свет на свой разум, призывать свет Его на свое сердце и сказать: «Господь, научи меня во всем этом разобраться. Я хочу делать то, что ты считаешь важным». Потому что у нас концентрация вот эта местечковая, когда мы видим только свое и себя. И это не позволяет нам увидеть широту Божьего Царства. И таким образом мы не можем прийти к тому, что оно будет прикладываться все остальное, что нас сейчас так волнует. И чтобы нам все-таки выйти и понять, что посмотрите, друзья, как легко церкви могут сосредоточиться в единстве, когда будут видеть одну цель распространения Царства Божьего. Как легко тогда приходить к единству, когда такое поле кругом нас, людей, не знающих Бога, когда есть такая возможность сегодня повлиять на ситуацию и, как я уже сказала, в образовании, в политике, в экономике, в самой системе бизнеса, все начать менять. Но надо церквям сосредоточиться на этой цели и начать двигаться. И тогда единая цель даст единство и в движении. И если мы будем продолжать искать, кто прав, кто виноват, на это уже много ушло времени, сил, энергии, и люди остаются в разбросанном состоянии друг от друга. Итак, когда мы говорим: «Господи, дай мне увидеть, как ты творишь», безусловно, это важная молитва. Но я уже говорила, кажется, когда одна женщина просила, видя это беззаконие вокруг, и говорила: «Господи, используй меня в этом, используй меня в этом». Господь остановил ее и говорит: «Нет, неправильно молишься, ты меня используй. Я уже дал все, что нужно для того, чтобы ты состоялась. Поэтому я тебе дал имя мое, используй его. Я тебе дал слово мое, используй его. Я тебе дал ангелов моих, подключай их к работе. Я тебе дал дары мои, используй их. Я уже ничего больше не могу тебе дать, а ты просишь еще, чтобы я тебе чего-то дал. Я уже все, что важно, тебе дал. Теперь все это реализуй и используй». Исходя из уже сказанного, хочется отметить, что Моисей, он вывел народ из Египта. И выходом его народа из Египта послужило осознание того, что они больше не хотят находиться в рабстве, и что Бог определил им этот выход, то есть они узнали об этом откровении. И поэтому я хочу сейчас несколько стадий выхода из проблемы общества перечислить. С чего начинается осознание или выход из кризиса в обществе? Это первая стадия. Люди понимают, что что-то не так, и начинают об этом молиться. То есть сначала какие-то фрагменты, они начинают высвечиваться. Допустим, мы сегодня можем видеть, как те же азартные игры захватили людей. Но не было это в одночасье. Ушли на это месяцы и даже некоторые годы, чтобы произошло то, что произошло. И чем раньше забила бы церковь тревогу, тем быстрее была бы победа. Но когда ее стали бить тревогу, когда увидели, что оно уже тотально распространяется, как рак, и то еще далеко не все об этом стали молиться. Говорит: «Господь, сделай что-нибудь». Говорит: «Подожди, что я должен еще сделать?» Действительно, вот этот вопрос, он и сегодня звучит: что Бог может еще сделать, если Он уже все со своей стороны сделал? Но без человека Он на этой земле дальше ничего не делает. Поэтому первое, что надо понять, что-то не так, и это что-то назвать своим именем. Что меня не устраивает? Меня не устраивает то, что молодые люди умирают в рассвете сил. Меня не устраивает то, что на улицах этого города убиваются иностранные студенты. Меня не устраивает то, что здесь есть нищие, что есть брошенные дети. То есть конкретно определяются те позиции, которые нас сегодня волнуют.
Это, друзья, надо сделать в масштабе. Не в том смысле, что лично мне опасно выходить на улицу ночью, а я с ночной смены возвращаюсь, поэтому мне вот надо как-то вот о безопасности побеспокоиться. В принципе, пошире посмотреть. Господи, гибнут люди. Сегодня родители не могут спокойно спать, потому что дети в опасной ситуации. То есть вот такой взгляд на окружающий нас мир. Второе. Приход людей к Иисусу Христу. Это тогда, когда начинают молиться и церковь двигаться в евангелизации, когда неравнодушно к тому, что погибают люди, и начинают приходить ко Христу люди больше, чем, допустим, это было раньше. После того, когда есть уже молящихся больше, потому что, придя ко Христу, естественно, народ вливается в молитвы, потому что начинают понимать силу молитвы и силу влияния. И когда начинают это понимать, то подключаются, и начинается голос этот разрастаться. То есть шум вот многих, таким становится голос молящихся. И, соответственно, приходят социальные реформы в общество. Кто из вас уже не первый год в церкви и знают, о чем, допустим, в данной церкви уже молились, то сколько реформ пришло социальных в церковь, потому что церковь продолжала молиться. То есть это определенные этапы. И вот третий этап, мы уже видим, как оно работает. Мы сегодня видим, что повышаются пенсии. Мы видим сегодня, как начинают заботиться о демографическом вопросе на уровне государственной власти, чтобы вопрос молодой семьи был решен и так далее. То есть вот такие социальные реформы, которые приходят в общество. И четвертое. Люди начинают изменять свое мышление в обществе. Вот это уже, так скажем, глобальная перемена придет только тогда, когда люди начнут получать информационное переосмысление. Кто я? Зачем я на этой земле живу? Какие мои цели, задачи на этой земле? Как мне их достигать? То есть перемена мышления, кардинальная перемена мышления. Когда в обществе мышление поменялось, когда человек понимает, взять чужое – это забрать из своего будущего. И жизнь свою сократить, и у детей забрать наследство. Когда приходит это понимание, то человек начинает задумываться, а надо ли мне сейчас это взять чужое? Потому что раньше рука брала не глядя. И вот тут происходит переосмысление, и тогда человек говорит, нет, не надо, я это не возьму. Даже если никто не видит, я не возьму, мне это будет очень дорого стоить. И таким образом происходит действительно перемена мышления. Поэтому я желаю, друзья, вместе с вами понимать конечную цель, куда мы движемся, к перемене мышления всего общества. Ну и теперь мы непосредственно переходим к самой картографии. В отношении того, как же мы это общество можем привести к переменам. Важно, друзья, понять, что духовный мир, он имеет иерархию, и он имеет влияние на отдельно взятых людей, на нацию в целом и на отдельные территории. Каким образом это влияние умножается? Каким образом получается подпитка этих нечистых духов, чтобы они распространились? Вот об этом нам с вами важно обнаружить, узнать и, так скажем, дальше применять. Первое, что надо знать, причем это касаться будет и города, и нации, и семьи, если это идет речь о каком-то роде, и о бизнесе. Везде можно применить эти методы. Может быть, не все пункты, которые мы назовем, но многие из них, они могут быть применяемы во всех сферах, которые вы хотите видеть измененными. Итак, первое – это посмотреть на название города. Название города, поселка, место, где ты находишься. Это очень важная точка отсчета. И причем, если мы посмотрим, как Бог обращал внимание на имена, то Он имена менял людей, если хотел изменить их судьбу. И, соответственно, если он, допустим, говорил с Иаковом, то он его сделал Израилем, сделал его князем и затем дал от князя произойти князьям. Когда он захотел полностью поменять судьбу Авраама, то он дал ему тоже новое имя, и 20 с лишним лет Авраам ходил с новым именем, пока не изменилось все внутри него. И опять же с образом мышления, когда он стал уже видеть себя тем отцом народов, которым в конце концов стал. То есть Бог менял и меняет имена. Симон Петр, то же самое измененное имя. Сначала он был тростником колеблемым, потом стал камнем
на котором церковь созидается. Поэтому то же самое относится к городам. И это очень важная часть названия города. И обратите внимание, не случайно кардинальные города, они начинали иметь, или в советский период имели другие имена. Все это не случайно. Причем, кто-то может скажет, а что же Москва-то не изменилась? Как была, так и осталась. А вы знаете, что у Москвы есть тоже новое имя? Никто не знает? Третий Рим. И причем это имя у нее было в момент закладки. Уже город устроен по структуре третьего мира полностью. И если посмотреть на пророческие речи, то Вавилон, с которым нам с вами надо сражаться, он сидит как раз на семи холмах. Это третий Рим, это Москва. Мы сейчас в подробности не будем вдаваться именно данной географии. Я просто хочу сказать, что перемена имени города имеет серьезное значение. И тогда, когда здесь захотели изменить атмосферу в Санкт-Петербурге, то его сначала сделали Петроградом, а потом уже поменяли на имя самозванца. И как только это имя самозванца пришло, то пришла самая страшная часть истории этого города. Это блокада. И я уже делилась с вами, когда мы молились за наш город, и изменилось уже его имя, слава Богу, на тот момент. И Господь сказал пророческое слово. Именно вот так, как я сейчас сказала, самозванец, это не мое название, это Бог так нас сказал. Изменилось название города. Оно больше не носит имя самозванца. И с этого момента я начну восстанавливать Санкт-Петербург. Это было тогда, когда поменяли только имя. И, может быть, кто-то думает о различных причинах, почему так не возлюбили Собчака, почему он ушел с арены так рано, а он положил цену за перемену имени города. Он даже не предполагал, что такая цена. А потому что сам он не знал, как защититься. И надо сказать, что и церкви далеко не все, и мы в том числе, не знали тогда, что надо защищать вот этих правителей, которые исполняют волю Божью своими молитвами. Вот этого мы не делали тогда, и поэтому тоже каюсь перед Богом за это неведение. Поэтому изменение имени, оно является очень-очень важным. Первое, что делают сатанисты или представители нечистого мира, это может быть все, что угодно, это и коммунизм тот, который у нас был, это и фашизм, который был в виде Гитлера. Все это сначала меняется имя. Меняется название, а потом начинает насаждаться всякая ерунда. Поэтому название имеет колоссальное значение. И если вы, опять же, можете сказать, но я не имею доступ, допустим, к мэру города или к депутатскому корпусу, чтобы мне изменить имя той местности, в которой я живу. Но вы знаете, друзья, как можно в духовном мире действовать? Назвать, во-первых, помолиться: Господь, а какое название у тебя есть для этой местности? Вот что ты хотел бы здесь? Во-первых, узнать, какая вообще, как эта местность называлась раньше. И обратиться к Богу за этим советом. Господь, а как это место называлось? Что оно в себе несло раньше, это название? Если оно вас устраивает, если действительно там много конструктивного, положительного, позитивного, то сказать об этом Богу. Господь, утверждай вот это название. Согласиться двум, трем людям, которые живут в этой местности. И вы знаете, что закон от Сиона? Поэтому ваше утвержденное в молитве название, оно начнет в духовном мире уже работать. И мы одно время ездили в Песочное, наш вот здесь у нас поселок Песочный есть, недалеко от Питера. Кстати, нет оттуда сейчас живущих в Песочном? Здесь никого нет? Есть, да? Мы несколько лет назад начали туда ездить, каждую неделю, раз в неделю объезжать его, этот поселок, еще опять же, не придавая столь большое значение названию.
Но правда, когда только начинали молиться о песочном, всегда возникала какая-то ассоциация. Дом на песке, дом на песке. Думаю, что-то не то. Господь, я хочу изменить эту ситуацию, чтобы он не был ни местом, ни городом на песке, чтобы он был действительно на основании. И мы этому уделяли внимание в молитве. Утверждали, чтобы было твердое основание у этой местности, у этого поселка, у живущих в этом месте. И потом один раз проезжаем, и Господь просто четко останавливает внимание на одной транспаранте, даже он не был транспарант какой-то, вывешено такое огромное название, и написано «Юбилей» у этого места было, и возвращается старое название «Графское». «Графское». А мы даже не знали, что оно было такое раньше. Мы в историю-то не заглядывали еще на тот момент. Но однако, посмотрите, как все действует. И поэтому там уже поставили рядом «Песочное-Графское», когда поздравляли город с юбилеем. Но «Графское» — это уже основа, это уже крепости, это уже определенная твердость, это действительно благородство, которое надо вернуть в местность. То есть вот таким образом начинают происходить перемены. Но сначала надо понять, что если мы это не сделаем, то Бог без нас это не делает, а, естественно, люди, не знающие Бога, тем более этого не сделают. И когда меняется название, то начинает уже меняться и интерьер в соответствии. Если мы уже разобрались с названием и получили от Бога то, чего нам будет действительно важно утвердить, то вы это можете, если это молитва согласия группы, которая будет об этом молиться, если вы еще один в своей местности, то вы напишите себе в дневничок. Просто напишите, скажите: «Господь, вот с этого дня я поменял название в данной местности вместе с тобой. Поэтому печать твоей власти на этом слове будет. И с этого момента я город этот называю вот так». Я не знаю, кто из вас как реагирует, когда вы бываете, особенно в других городах, и кто-то вам говорит: «Вы из Ленинграда?» Как вы реагируете? Знаете, я обязательно говорю, для меня это принципиально, я из Петербурга, причем Санкт-Петербурга. И объясняю сразу, почему для меня это принципиально. Это, во-первых, повод хороший поевангелизировать. Очень хороший повод. А плюс к тому, это принципиально утвердить в сознании людей. Если вдруг человек по привычке еще в следующий раз скажет: «Да, я был когда-то в Ленинграде, ой-ой, в Санкт-Петербурге». Уже все, уже осталось, сознание уже зафиксировалось. Поэтому нам важно менять и свое мышление, и мышление других людей, что это принципиально, как город, в котором мы живем, называется. Потому что если это город святого апостола Петра, это не город Петра Первого, который его заложил, а это город святого апостола Петра, он ему его посвящал, то мы это посвящение приняли, и мы сейчас это утверждаем. Если Николай Второй отрекся от престола, в этом его грех перед Богом, мы можем покаяться, как царственное священство, за его грех и принять престол. Вы понимаете, мы не можем принять престол, пока мы не покаялись за совершенный грех. А если мы себя ощущаем царственным священством, то мы имеем право себя соединить с тем народом и покаяться за это, а затем сказать: «А теперь мы принимаем престол, а значит и ответственность. А с ответственностью принимаем возможности Божьи и начинаем восстанавливать то, что можно и нужно восстановить. А значит, второе, что нам надо сделать, друзья, это изучить историю своей местности. После названия нам важно заняться историей. История, которая нам откроет очень много таких точек болевых в народе, в местности. И, в частности, будут открыты те корневые места, где можно назвать дьявольскими жертвенниками. Но в данном случае мы в свое время занимались историей Петербурга не так мало. Может быть, не совсем достаточно, и надо еще больше этим заняться. Но, по крайней мере, то, что мы уже делали, то обнаружили несколько таких мест. Одно из них, как вы знаете, это сфинксы, где есть египетское представительство. И если мы с вами называли четыре духа в прошлый раз, которые связаны с Вавилоном, с фараоном, со смертью и с драконом, то вот дух фараона как насилие, как притеснение, как определенное зло и жестокость, они пришли в этот город после того, когда были привезены сфинксы. То есть дух фараона, он сюда был совершенно конкретно привезен. Привезен и установлен, причем в центре города, у воды, и плюс к тому на университетской набережной, где проходили обучение и проходят молодые люди. То есть вот эта жестокость, она не просто так появилась здесь. Репрессии, которые пошли с этого города мощным потоком, это не просто так. Свергли царя, жестокость, кровопролитие после того, как появились сфинксы. То есть это все
история нам покажет. Еще у Литейного моста в свое время, еще даже тогда, когда здесь не было города, а жили в основном с языческим, так скажем, проявлением, то там был камень, жертвенный камень, на котором приносились жертвы языческим богам, и вся кровь смывалась в него. И вот у нас две точки на нашей Неве, где всплывают утопленники. Это Литейный мост, и это где сфинксы. Пожалуйста, два таких вот момента исторических, которые нам показывают, что происходит в истории, как оно влияет на современность. Безусловно, когда нам Господь эти вещи показывал, мы все это разрушали, и то, что Он давал нам делать, мы там постанавливали. Но это невозможно увидеть, не занявшись историей своей местности. Поэтому историю нужно изучить под этим углом зрения. И знаете, настолько интересно вдруг начинает проявляться то, чего раньше казалось непонятным. Я уже рассказывала, делилась, как Иван Грозный стал Грозным. То есть это все не случайно пришло. Если с Венгрии привезли, тогда это была не Венгрия, не так она называлась, но сейчас это нам известно как Венгрия, привезли оттуда вот этот дух насилия Дракулы, и он перешел на Ивана Грозного, потому что он согласился с этой позицией притеснять церковь. И начались вот эти страшные тогда уничтожения, наколу людей или устрашение всех, чтобы боялись Ивана Грозного. То есть это все имеет в истории свои причины. Почему это пришло и как же с этим теперь бороться? Поэтому на сегодняшний день, чтобы выявить всю картину, есть такая возможность – нарисовать линию времени и поставить точку отсчета с момента организации жизни в этом месте. То есть, допустим, если это поселок, и вы можете в краевом музее где-то узнать, в библиотеке, когда было начало и что послужило началом заселения в этой местности. И когда вы поставили эту точку отсчета, это уже дата, и вы обнаружите некоторые события, которые были толчковыми, чтобы организовалась жизнь в этой местности. Когда эта точка уже есть, то потом можно просматривать по истории, что за это время проходило, какие военные действия. Может быть, там жили ссыльные, может быть, там, наоборот, это было еще установлено языческим каким-то племенем. И, кстати, вот здесь у нас на Финском заливе не так давно обнаружили как раз устроенные жертвенники еще языческими жителями на этой местности. Вообще не тронутые устроенные жертвенники. До сих пор они там стоят. И на Финском заливе этого было много. И поэтому, опять же, проникая в историю, можно обнаружить то, что надо обязательно разрушить, потому что дьявол получает там питание до сих пор. Соответственно, когда мы эту линию провели, поставили точку отсчета, то по истории мы записываем какие-то события. Такой-то год знаменательный, там было кровопролитие, либо уничтоженные люди, которых уничтожали во время репрессий, либо там были какие-то убийства массовые, либо там какой-то маньяк появился. И где-то вот эта информация, она у вас по годам будет нарастать. Соответственно, когда вы увидели какую-то закономерность, как правило, это будет закономерность. По этим закономерностям можно обнаружить, сколько было кровопролития в этой местности, сколько было лжи и предательства, сколько там было нищеты. И это все есть те стороны проклятия, которые надо разрушить и заменить на благословение. Естественный вопрос, как это делать? Я думаю, что здесь уже в основном народ грамотный. Но все-таки напомню, это сначала соединить себя с этим народом. И никогда не бойтесь это делать, друзья. На примере Неемии, на примере Даниила. Неемия 1 глава, Даниил 9 глава, где идет речь о покаянии за нацию. Когда он соединяет себя с народом и говорит: «Господи, прости нам, прости за то, то и то», называет вещи своими именами. Поэтому если вы обнаружите что-то в истории и скажете: «Господи, прости за то, что люди, и я себя причисляю к этому народу, что сделали мы в очах твоих злое», и называете своим именем, а после покаяния вы призываете огонь Духа Святого и кровь Христа на очищение этого места. Если вы можете иметь доступ к этому месту, как я уже сказала, камень жертвенный, либо это река, к которой можно подойти, то значит желательно ее осветить, если это вода, опустив туда соль с молитвой. Если это камень, то его полить водой, на которой вы тоже призываете благословение и капаете масло, помолясь над
этой уже святой водой, которая таковой становится после слов посвящения на очищение всякого жертвоприношения, принесенного когда-либо на этом месте. То есть по линии времени расставить все, что вам известно. И скажете, опять же, положив руку на этот уже рисунок: «Господь, что я еще не узнал, не обнаружил? Дай мне эту информацию». Вы будете удивляться, друзья, сколько информации к вам будет приходить совершенно с неожиданных сторон. И действительно, я могу это свидетельствовать по себе, как это было у нас. И сейчас, находясь уже в другом городе на конференции, подошел ко мне один молодой человек и говорит: «Вы знаете, настолько удивительно, когда мы только стали молиться за свой город, то Господь стал посылать и кассеты, и книги, и журналы, и архивы стали доступны. Просто удивительно, я, говорит, стал узнавать о своей местности столько новых вещей, о которых я раньше даже не догадывался, и не знал, что о них надо просить или что-то где-то найти». Поэтому если только вы согласитесь начать двигаться в этом направлении, Господь позаботится, Он пошлет тех ангелов, которые принесут вам нужную информацию. Вы только просите, чтобы вам ее не пропустить и не посчитать это маловажным и сказать: «Господи, ну я со сторонки на это, на все посмотрю». Поэтому, если мы соглашаемся, то нам надо в этом двигаться, и Бог обязательно двинется. Наше движение – один шаг, и Божий – один шаг. Они имеют колоссальную разницу. Поэтому, когда двигается Бог, это все гораздо быстрее. Третье, над чем важно работать в картографии – это воздух над городом. Мы знаем, как написано в послании к Ефесянам: «Духи злобы поднебесной». Это то, что наполняет воздух. Либо сыны противления, которые в воздухе. В воздухе, в сынах противления действует нечистый дух. То есть это его место действия. Воздух, в котором он обитает. Почему? Потому что воздух – это некая духовная среда. Это газы. А нечистый дух – это тоже духовная среда, это тоже своего рода газы, то есть сгустки, определенные передвигающиеся в воздухе. Поэтому вокруг нас их масса. И поэтому воздух надо прочищать. Каким образом, друзья? Прославление, которое мы поем с вами, оно для дьявола является страшнейшим оружием. Поэтому, когда у вас какой-то кризис только начинается, не ждите, пока он вас свалит. Включайте прославление и присоединяйтесь к нему. Если есть возможность в машине его включать, включайте. Если есть возможность на работе слушать, делайте это. То есть, если кризис только начинает подходить, то вы можете его прогнать прославлением. Атмосфера начнет просвещаться. А лучше, конечно, это вообще для профилактики делать, а не ждать кризиса. Это лучший вариант. Когда это становится нормой для человека, когда он живет всегда в прославлении, когда он живет в Божьем присутствии, тогда и мысли у него правильные, тогда и сердце у него ровно бьется или в радости перед Богом. То есть это все тогда в профилактическом смысле защищено. Поэтому воздух – это наша с вами ответственность. Посмотрите, сколько людей сегодня сквернословие произносит в воздух. И оно никуда не исчезает. Матная речь, она висит в воздухе проклятием. А люди дышат этим воздухом. Поэтому, когда христиане понимают эту ответственность, то нужно воздух очищать. Я уже сказала, один путь – это прославление, другой путь – это власть слова, которую нам надо применять, когда мы говорим: «Господь, прямо сейчас я разрушаю всякое гнилое слово, сказанное в атмосфере этого города, не только в свой адрес, сказанное в мой адрес, кем-то, когда-то, либо я вот неожиданно что-то сказал неправильное, прости меня». Безусловно, в этом надо каяться, и от этого надо отрекаться, чтобы оно тоже было уничтожено. Не думайте, что если сказал слово, то уже ничего с ним нельзя сделать. Твое покаяние и твоя просьба об уничтожении его действия Богу достаточно, чтобы его уничтожить. А вот если мы об этом не полагаем попечение, то значит, слова звучат, они начинают работать и давить на нас. И вот эта атмосфера. Вы обращали внимание, когда приходили в семью, где только что поругались? Какая атмосфера? Накаленная. А что такое? Вроде бы огонь-то не горит. А вот все кругом звенит от этого накала. Потому что все сейчас заразилось от высказанного слова. Воздух наполнен нечистотой.
наполнен раздражительностью, наполнен оскорблениями, наполнен разрушениями, проклятиями и так далее. Уничтожь его действия. Уничтожь его действия. Соответственно, воздух – это наша с вами ответственность. И не забывайте молиться о том, чтобы воздух в этом городе был очищен. Воздух, где вы живете, воздух, где вы работаете. То есть будьте носителями и распространителями этого живого слова. Причем обратите внимание, что происходит в СМИ, да? Если мы говорим о телевизионной башне, которая распространяет сигналы, передатчики всевозможные, стоящие на ней. Любая ложь, которая идет оттуда, она проходит по воздуху. Вот вам, пожалуйста. Еще один источник. Помимо того, что люди произносят, ходя везде, еще и вот это распространение лжи по волнам, которые идут, волны эфира. И если в чьем районе есть конкретно, ну, по крайней мере, мы знаем, Петроградском у нас стоит, да, вышка, то можно молиться непосредственно около нее, разрушая всякое лживое слово, идущее с эфира или в эфирах разных каналов. Различные политические митинги, которые происходят и заражены эмоционально, это тоже скопление людей, это согласие на какое-то, ну, не всегда оно зло, но часто бывает как зло. Негатив, раздражительность друг против друга – это все то, что наполняет, опять же, воздух. И все это, воздух – это наиболее, так скажем, нижняя часть, да, той, которой мы дышим, в которой мы произносим, это нижняя часть. А если мы возьмем уже следующее, как четвертое направление, это уже атмосфера. Атмосфера – это нечто большее. Атмосфера – давление, которое могут переживать люди, если этот воздух не разряжался никогда. Если о нем не молятся люди, то атмосфера давления увеличивается. И люди живут уже под давлением, в котором призвать Бога – это крайне редкое явление. То есть если люди призывают Бога в таком случае, то только для того, чтобы сказать, ну где же этот Бог, вообще куда он смотрит? То есть какое-то богохульное слово, либо недовольство им. То есть сама атмосфера провоцирует людей на негативное исповедание в адрес Бога. Если мы атмосферу с вами меняем, начать надо с воздуха, я не случайно говорю это в такой последовательности, потому что когда воздух расчищается, тогда атмосфера начинает оздоравливаться. То есть духи злобы поднебесной и все, что связано с их контролирующей властью, оно тоже начинает ослабевать. Имейте в виду, что там, где большое скопление людей, там всегда есть необходимость работать над воздухом. Потому что именно скопление людей дает скопление нечистых духов. Им нечего делать там, где, в общем-то, нет людей, потому что они, по сути своей, искушающие. По сути своей, они враждующие против человеческой природы. Поэтому они там, где есть люди. Соответственно, если больше людей живет в мегаполисе в каком-то, то там и воздух заражен больше, и атмосфера там может быть гораздо тяжелее. Поэтому чем больше мегаполис, тем больше потребуется молитв, тем больше потребуется времени, чтобы все это расчищать. Поэтому у кого есть небольшие какие-то уголки влияния, начните с них, но не останавливайтесь, а расширяйте пределы. То есть это и город, вернее, это ваша квартира, это ваш дом, это улица, это микрорайон, это район и так далее. То есть все начинается с небольшого, но начинать это делать нужно. Мы уже сказали о СМИ, сказали о митингах, сказали о людях, которые произносят слова, но я еще говорила и в эфире, и также на ночной молитве мы говорили о тех знаках, которые тоже несут в себе негатив. Допустим, вы знаете, наверное, большинство из вас, значение слова «татуировка», да? То есть «та» — это картина, «ту» — это дух. Дух, стоящий за изображением. Татуировка — это дух, стоящий за изображением. И если мы посмотрим на знаки, которые рисуются сегодня на стенах, то это дух, стоящий за изображением. Поэтому разрушение коммунальных систем всех — это было не случайно. Расписанные стены, расписанные лифты, расписанные как внутри, так и снаружи парадные, подъезды. То есть это как раз то, что несло в себе негатив в изображении
И за этим стоит дух разрушающий. Атмосфера становится тяжелой, и все ломается. То есть ломаться начинает на пустом месте даже самая хорошая техника, тогда, когда к ней прикрепляется разрушительный дух. Поэтому здесь, друзья, кто из вас раньше проходил мимо спокойно тех знаков, которые вы видели, то не советую это делать дальше. Просите у Бога мудрости, как вам поступить. Сходить ли в жилконтору, попросить, чтобы там выделили вам человека, или просто оставить заявление, что вы не согласны жить в таком подъезде. Собрать ли это собрание жильцов, либо сделать это самостоятельно. И что интересно, вчера мне так это было приятно, увидела, в каком только городе, не поняла. Происходит такая акция среди жильцов, когда женщина-художница нарисовала на одной из стен подъезда какого-то красивого там, то ли пингвинчика, то ли какого-то, ну, изображение какого-то мирного животного. И сказала, что вот он просто приветствует всех входящих в это здание, в этот подъезд. И стали на всех лестницах люди разукрашивать своими какими-то картинками. Это как такой, знаете, как детский сад, правда, получается, но красиво. По крайней мере, это лучше, чем то, что мы имели до сих пор. Поэтому, когда мы начинаем что-то делать доброе, оно тоже побуждает человека к доброму. По крайней мере, есть всегда те, которые хотели бы, но без предводителя не делают. И вот когда кто-то начнет делать, то вот такие вот люди без инициативы, но с добрым желанием, они на вашу инициативу откликнутся. И просто начните это делать, сами обращая внимание, просите, чтобы Бог вам дал этих людей, 2-3 человека, а потом это станет командой, в хорошем смысле, вот эти люди, которые начнут выполнять чистоту в городе. О чем Александр говорил в воскресенье, да? Когда захотели, чтобы вышел человек в правительство, первое, что они сделали, они вычистили улицы и покрасили все стены, закрасив негативные знаки. Что произошло? Атмосфера перестала получать питание нечистоты. Все. И у людей сознание стало работать в правильном русле. Они увидели, что человек, который баллотируется, оказывается, его программа лучше остальных. Откуда они это увидели? Атмосферу расчистили, воздух привели в соответствие, и туман рассеялся. А когда нет тумана, хорошо видно. Поэтому мы ответственны, друзья, за атмосферу. И говорить: ой, как тяжело тут дышать. А что ты сделал, чтобы здесь было легко дышать? То есть вот это надо для себя отметить. Я могу менять атмосферу, но мне необходимо что-то сделать и знать, что сделать. Соответственно, когда вы ложитесь спать, вы можете на ночь произнести молитву: «Господи, всякое негативное слово, которое прозвучало, да будет оно разрушено и уничтожено его влияние, чтобы в эту ночь не проливалась кровь человеческая, чтобы в эту ночь ангелы твои проходили по улицам. Безопасность я призываю на улицы города». То есть вы не только о себе молитесь на ночь. Благословляйте то место, где вы живете, и делайте это осознанно. Утром встаете: «Господь, благослови дела рук людей, с кем я буду соприкасаться, людей, живущих в этом городе, благослови дела рук, чтобы они делали добро, они были изобретательны на зло». То есть вы вносите свою лепту в ту молитвенную струю, которая с разумностью идет перед Богом, потому что наша задача не просто освободить связанных, а поселить их в расчищенную атмосферу. Тогда конструктивность каждой работы возрастает. У нас не будет тогда надобности одно и то же дело делать по 10 раз. Сделав, мы ставим, знаете, как в больнице, синим цветом специально прочистили палату, а потом туда вводят уже людей, потому что прокварцевали. И теперь уже можно положить человека после операции, ему это не повредит. А у нас что получается? После операции, да опять старую атмосферу. И человеку надо как-то выживать. Поэтому здесь, друзья, я так хочу, чтобы скорее мы начали параллельно вот эти два движения делать активно. И работа над душой отдельно, над личностью. И работа над атмосферой в городе, где живут эти люди. Если мы посмотрим еще раз 61 главу, то мы увидим такое выражение: «Вместо унылого духа – славная одежда». Унылый дух города, мы уже сказали, это может быть и с личностью связано, и с фирмой связано, если это бизнес, и с городом. Со страной в частности. Унылый дух – это атмосфера. Унылый дух – это атмосфера. И посмотрите, если мы говорим, переменяет на что Господь? На славную одежду. А что это значит? Это значит
прекрасный внешний вид, который начинается с лица человека. Обратите внимание, как люди едут в транспорте. Что на их лицах? Унылый дух с печатью на лице. Безысходность, либо желание, чтобы этот день скорее закончился. И как у нас один знакомый, когда он был в такой тяжелой финансовой затруднительной ситуации и вынужден был устроиться на работу, куда надо было рано-рано ехать, и всегда в час пик, и народу очень много, но он говорит, я для того, чтобы себе как-то поднять настроение, вставал в противоположном положении поезд, он шел так, а я становился спиной и говорил себе, что я домой еду. И таким образом себе настроение поднимал. Так что иногда даже и так, но чтобы не поддаваться на общее положение унылого духа. Но когда приходит славная одежда, друзья, тогда действительно сначала приходит внутреннее удовлетворение, вот эта крепость, красота, и она обязательно будет выражена на лице. Когда говорят, вы счастливы, что вы спасены? Да, счастлив, но скажи об этом своему лицу. То есть, ведь опять же, состояние духа, оно должно быть выражено. Если там вот есть вот эта неуверенность, недовольство, оно будет на лице. Поэтому все время наблюдайте, что в моем сердце, а лицо это отразит. А если там есть 50 на 50, и постоянно думаешь о каких-то проблемах, то ты еще не спасен, по большому счету. То есть еще у тебя в каждая проблема тебя заставляет жить по-старому. А ты взгляни на нее, как спасенный человек. Господь, ты мне дал славную одежду, я уже с унылым духом не дружу. Я с твоей славной одеждой буду победителем. Вот так меняется атмосфера. И поэтому у каждого города, у каждого поселка, у каждого населенного пункта есть своя атмосфера. Я уже сказала, что она складывается из названия, она складывается из истории, она складывается из воздуха, от жителей, кто там живет и что произносит, и из атмосферы, которая уже накопилась за все эти предыдущие годы, и ее никто не чистил. Поэтому она становится определенного рода лейбом таким для общества, живущего там. Например, могут говорить, вы знаете, а вот в этом селе живут все пьяницы. Вот это какое-то определенное, как печать какая-то над этой местностью. Либо, а вот тут все ленивые живут. То есть оно становится как заразой, распространяющейся, потому что у человека нет желания подтягиваться, потому что что бы он ни делал, у всех там покосившиеся заборы. Вы знаете, меня всегда это удивляет, когда въезжаешь в центральную Россию, либо едешь на север нашей страны. Но настолько убогие жилища, настолько покосившиеся хаты, что просто удивляешься. Конечно, когда человек живет, и у него рядом такой же дом, так ему кажется, он вроде неплохо выглядит. Но если ты начинаешь понимать, что это ненормально жить в таком доме, и начинаешь наводить порядок, вдруг у какого-то соседа тоже что-то щелкнет. Говорит, слушай, надо действительно забор хоть покрасить. Начинает красить забор, а потом понимает, что такой дом развалившийся, но забор красивый, надо же домом заняться. То есть вот таким образом начинает что-то меняться. То есть атмосфера, она требует нашего вложения, нашего усилия. Еще один пункт очень важный. Это высоты. Высоты в той местности, где мы живем. Самые высокие точки местности. Разберитесь, что на них находится. Если мы возьмем, допустим, Россию в ее типичности, то, как правило, на высотах либо кладбище, если это село, да, либо это церковь православная, а это значит дух религии и традиции, вот там, что мы говорили о Вавилоне в прошлый раз. И это очень серьезное влияние контролирующего духа. Либо это могут быть правительственные какие-то здания на высотах, а это говорит о том, что правит в данной местности тогда дух фараона. То есть высоты покажут, кто управляет в городе. Высокие точки местности, они указывают на территориальный дух, который там управляет. Поэтому надо разобраться со всеми высотами. Либо это дух смерти, если это кладбище, либо это дух Вавилона, если это религиозные какие-то структуры, не имеющие жизни. Либо это фараона дух, который, как я уже сказала, связан с правительством. Либо это может быть цыганское поселение. Вот в частности, по-моему, в Тихвине, если я не путаю, мы оказались на Фисташковой горе, или как она называется, Ира?
Фишова гора. Вот там живет как раз поселение цыган. И воровство в городе процветало вплоть до того, что у Екатерины шубу украли в церкви. То есть представьте себе, управляющий дух воровства, цыгане всегда жили на этой горе. И отсюда вот этот дух дракона, оккультизм, который имеет под собой все остальное, это распространяется по всему городу. А? Лес что? Если на горе лес? Но если лес, вы знаете, что в Карелии, в частности, вот тут недалеко от нас, леса и все, что связано с историей, все, что связано с легендами об этой местности, там одни лешие. Тут все время говорят о них, и там жертвенников полно в лесах. Поэтому если вы, да, вот Воронья гора, да, если там есть какие-то вот такие сигналы, а что такое ворона, да, питается падалью, значит, все равно связано с духом смерти. По названиям это будет уже легко определить, когда вы знаете название, когда вы видите проявление в истории, когда вы увидели, какие сейчас там на этом месте находятся учреждения или строения. И уже эта картина, вы знаете, дьявол, он не оригинален. Поэтому, когда мы начинаем знать Божьи принципы, то его обнаружить легко. С обелисками, вы знаете, это вообще особый случай. Да, мы сейчас говорим о высотах. И вы знаете, даже хотя бы возьмем в нашем городе, да? Подождите сейчас пока. У нас в городе есть, мы говорим о высотах географических, а еще высоты, связанные со строениями. Это могут быть самые высотные здания, и это могут быть самые высотные памятники. И если мы посмотрим на обелиски в нашем городе, то самые высокие памятники, они посвящены умершим. И они в центре города или у ворот города, если мы говорим о Московском проспекте, там, где есть разорванное кольцо. Что касается центра города, площадь Восстания. На месте, где сегодня стоит обелиск погибшим, там была церковь. Церковь разрушили, поставили нечто другое. Но в чем опасность еще этих обелисков? Они все в себе несут форму пирамиды. А это фараон. Все обелиски имеют форму пирамиды. Посмотрите, верхушка. У всех одинаковая. То есть насилие и дух, который будет жестокостью править в этом городе, он будет связан с высотами. У нас, кстати сказать, когда поставили этот монумент в центре города, кто из вас знает? Я просто вот этим вопросом не занималась. Конец 80-х, да? И что у нас произошло? Бандитский Петербург, не так ли? А вскоре это просто стало известно, оно стало сразу. А известность набрало тогда, когда уже стало столько погибших людей. То есть высоток взяли, начинают править. Это все взаимосвязано, друзья. И если мы посмотрим, что происходило в истории израильского народа, Господь говорил: начните, заберите высоты, разрушьте идолов и жертвенников. Все это надо было начинать с высот, убрать действие территориального духа. Когда только действие территориального духа заканчивалось, тогда можно распространять уже и насаждать другое. И в израильском народе люди это знали, по крайней мере, Господь руководил их движениями. И нам с вами надо к этому тоже серьезно отнестись. Поэтому, опять же, покаяться за то, что было уничтожено святого и доброго в центре города. И опять же, мы уже на ночной молитве говорили, когда мы ездили туда, то Господь дал название площади, мы ее тоже заменили. Мы ее назвали не площадь Восстания, а площадь Согласия. Потому что такое восстание в центре города? Это дух бунтарства, который сродни будет духу оккультизма, потому что непокорность такой же грех, как и волшебство. Значит, это все получается связь еще и с Вавилоном. Насилие связано с фараоном. И вот когда сочетание Египта с Вавилоном в одном городе, это очень страшное сочетание. И, соответственно, вся страна начинает уже иметь последствия от этих влияний. Дворцовая площадь. Очень хорошее место, надо сказать, в том смысле, что
там ангел наконец-таки на вершине. Но надо... Само место площади, оно низкое по расположению. Но ангел там стоит высоко. И мне очень всегда приятно видеть, что у нас над Петропавловской крепостью ангел развивается и на Александрийском столбе. Но надо еще отметить некоторые события истории, когда этот столб был поставлен. Когда была борьба с масонством. С масонством Николай I воздвиг этот монумент, так? И он был воздвигнут в честь Александра, его брата, и лицо ангела, как будто говорят, я не знаю, но так говорят, что лицо ангела сделано лицом Александра. Александр запутался с масонами и вынужден был так как-то бесславно уйти с истории. То есть он имитировал свою смерть в Таганроге. На самом деле он, скорее всего, так и было, ушел странником по России и где-то уже умирал в монастыре неизвестным старцем. Но об этом знал Николай I. И он в честь него воздвигает вот этот памятник и дал Господь мудрости Николаю I побороться с масонством. И тогда уже вставала на этой заре, вставал марксизм тот, который все-таки сюда как зараза пришел в Германии, и сам Маркс и Энгельс потом, а сначала Маркс сказал так, что не придет в Россию марксизм до тех пор, пока там правит Николай I. В духовном смысле это была очень сильная личность. Он знал Бога лично, он поклонялся живому Богу. И как уже говорят сегодня подлинники исторические, что это был самый богобоязненный царь России. Николай I. О котором до сих пор еще ходят легенды непонятные, что он гонится за Петром и догнать его не может. Находится он за Исаакиевским собором. Что? Даже на одной линии находятся памятники. Но вот эти вот прибаутки советские, они еще до сих пор живы в народе. А на самом деле Бог так относит к царю. И в его правление, посмотрите, когда этот человек воздвиг Богу памятник в виде этой колонны и поставив там ангела. Но в память, что Александр все-таки нашел в себе силу уйти с престола, а не отдать масонам, которые тогда сделали декабристское восстание. Мы до сих пор рассматриваем декабристов как прекрасных людей, а это была группа масонов, с которыми был сговор у Александра. А кто такие масоны? Это очень древнее движение, сатанинское, очень страшное движение. И предположительно, именно из этой среды придет Антихрист в управление последнего времени. Оно тайное общество, о нем практически ничего не известно из правды. И то, что на сегодняшний день было известно, там, например, я какую информацию знаю, то это один священник, который купил степень и вошел к ним, в их среду, и узнал правду таким образом, когда только был в их среде. И сколько он смог выдержать, он там находился, а потом просто исчез на какое-то время, чтобы его потеряли, и потом он написал некоторую информацию. Вернее, не написал, а записал на звуковую пленку. И вот эту пленку пришлось немного слышать, что он там говорит, какие страшные вещи происходит вот в этих сходках. И причем надо знать, что и Сталин, и Гитлер были масонами. И практически все российские цари к ним имели отношение. Почти все. Павел полностью, которого убили. И, в общем, 4 дня, 4 месяца, 4 года он правил. И это все не случайные цифры, это все с магическими делами связано. Привез он сюда очень много зараженного праха. Кто из вас был в его дворце в Павловске, то вы можете увидеть самый основной зал, где находятся до сих пор урны с прахом, привезенным как жрецов, которых он привез и у себя во дворце поставил. Естественно, дух смерти не давал ему покоя. Он везде боялся находиться, и в конце концов он и был убит в собственном дворце. Поэтому такого уровня масонства, это я немножечко говорю вам с историей, чтобы вам было понятно, что история говорит нам, в чем каяться. История показывает нам причины того, где мы оказались, почему мы сюда пришли. Это не Божья несправедливость, а наоборот,
Наоборот, это принципы духовные, что просто так нация не может прийти в такой развал, имея такое богатство в стране, имея таких уникальных людей по способности, имея таких даровитых людей и оказаться в такой яме. То есть это не может быть просто так. Обязательно есть во всем этом закономерности. Итак, друзья, чтобы нам закончить, я еще не все успела сегодня, но почему я хочу сейчас уже заканчивать, потому что у нас есть необходимость встретиться с командой, которая была на энкаунтере внизу, поэтому я сейчас еще один пункт назову и на этом закончу. Шестой пункт, он связан с входами и въездами в город. Входы, въезды в город, это ворота так называемые. Чтобы захватить город, необходимо захватить ворота. Высоты, мы сказали, и ворота. Как правило, все оккультные действия начинаются у въезда в город. Когда хотят в городе устроиться какие-то колдуны, они сначала идут ко въезду в город и совершают некие обряды при въезде в город, ставя дракона на въезд. Да, ну вот, пожалуйста, на выезде из Швеции стоят драконы. Ну, какая разница, а въезд через это же самое место? То есть это как раз говорит о том, что ворота сами по себе, они являются очень серьезным местом. И если мы рассмотрим, что происходило раньше, то мы видим, что у ворот сидели самые мудрые люди в истории. Они садились у ворот и произносили важные речи. Потому что для них это было необходимо говорить важное, хорошее, мудрое слово. Почему? Потому что город получал защиту, когда мудрые речи звучат у ворот. Соответственно, если мы посмотрим даже некоторые места, притчи, 8 глава, с 1 стиха. Не премудрость ли взывает, не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, о чем мы уже с вами сказали. То есть мудрости надо высота. При дороге, на распутьях, она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. То есть у мудрости есть эта способность видеть самые важные точки. Более того, дьявол сам ничего не изобретает и не может творить. Он может только по аналогии повторить, но с извращенным подходом. Соответственно, если он знает прекрасно Божье Слово, к сожалению, христиане так его не знают, как он знает. И он знает, что мудрость, она не будет вставать на тех местах, где бесполезно. Поэтому она встает на высоту, ага, значит, мне туда надо забраться. Понимаете его логику? Она стоит у ворот, ага, значит, мне туда надо прийти. Люди-то особо не думают об этом, а я подумаю. То нам с вами надо распрощаться с невежеством и говорить: Господь, а ворота в город, мы их очистим. И вот мы уже сказали о воротах, да? Что называется воротами? В городах, особенно таких, как Петербург, большие города, это, естественно, и дороги, по которым едет транспорт, это вокзалы. Вокзалы. И если мы сегодня уже сказали, площадь Восстания – это площадь, на которую выходит вокзал Московский. И вот это противостояние Москвы и Петербурга, сколько оно уже длится? Вы представляете, какая бы школа ни возникла, филологическая школа – противостояние Москвы и Петербурга. Экономическая школа – противостояние Москвы и Петербурга. Все время культурная школа. Если мы говорим сегодня о музыкальных каких-то вопросах, есть время противостояния. Почему? У ворот нашего города такая площадь восстания с обелиском Египту. И мы имеем то, что имеем. Противостояние с Москвой, потому что это именно путь на Москву. Но когда мы убираем это противостояние, опять же, друзья, покаяние, разрушение твердынь дьявольских, призвать огонь Духа Святого на очищение этой местности, а потом уже призвать Дух Святой, чтобы он туда поселился. Помазать это место после того, когда сделали предыдущие шаги. Помазывается и утверждается, оно посвящается Господу. Мы его переименовываем, мы
расставляем здесь ангелов, ангелов с соответствующими тоже именами. Мы с вами рассмотрим, опять же, на последующих занятиях книгу Неемии, где как раз с воротами очень подробно все сказано и связано. Какие ворота, каким образом назывались, какие были особенности взаимосвязи этих ворот. Все это мы с вами просмотрим, потому что это имело и имеет серьезное значение. Четвертый стих 8 главы. «К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой, научитесь неразумные благоразумия, благоразумие и глупые разуму». Вы знаете, даже рекомендую тем, у кого есть уже желание встать у ворот города, может быть, кто-то живет на Московском проспекте, допустим, это явно ворота в город с аэропорта. Кто-то живет около порта, может быть, морского. И это и водная сама среда, которая принимает информацию, это и ворота в город. Если кто-то живет около вокзалов и так далее. То есть вы знаете, что ваш район имеет какие-то ворота. То вы можете просто даже вот эту главу, которую сейчас вам читаю, восьмую главу притчи, прочитать около ворот. К вам, люди, взываю. Мудрые, получите мудрость. Глупые, научитесь разумению. То есть от имени Бога мы взываем, потому что мы становимся Его устами. И тогда, когда она предлагает мудрость, «Слушайте, потому что я буду говорить важное. Изречение уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучшее знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень, ненавидеть зло, гордость, высокомерие и злой путь, и коварные пути я ненавижу». То есть, когда вы что-то подобное будете прочитывать, вы можете сказать: «Не спровергаем коварство, вот эти пути лживые, чтобы они не могли вот в этом городе устоять». То есть, произнося слово, вы уже берете некую такую инициативу конструктивности в этих словах. Что вы прочитываете? Какому человеку какое слово звучит? И вы имеете в виду, ваше слово Господь донесет до ушей и сердец людей. Допустим, как пример, мы подъезжали несколько раз на ночных молитвах к тюрьме Кресты и говорили: не будет в центре города у нас тюрьмы, потому что тюрьмы станут музеями. И кто из вас знает, что на сегодняшний день решается вопрос? Мы не писали ни одного письма, что мы не хотим, чтобы у нас было в городе, хотя, может быть, и это надо было сделать. Но Богу мы говорили не один раз. И Он донес слово до начальников. Поэтому, когда мы говорим, слово это не исчезнет. Бог берет это как инструмент и говорит: а теперь я его принесу и положу куда надо. В чье сознание вложить, я вложу. А ты произнеси. Не будь человеком, которому все равно, что происходит. Либо спрятаться куда-то: Господь, меня сохрани. Он говорит: нет, я тебя сделал своим воином, поэтому тебе надо теперь понять, как Давид отвоевывал царство. Он и поклонялся мне, и воевал. Итак, друзья, говорить можно в данном случае достаточно долго. 33 стих. «Послушайте наставление, будьте мудры» этой же главы, «и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». То есть, если нам не очищать ворота, то смерть приходит в город. Ворота во дворах, ворота в дом, подъезды, о чем мы сейчас уже говорили. Друзья, когда мы говорим «подъезды разрисованы», это что? Это наши с вами ворота, через которые мы входим в свой дом. Поэтому вот это все то, что важно. И в отношении города, я говорю и о глобальности, и о более таких узких местах. Если мы говорим о стране, то это таможни, это границы. Это, по сути дела, все вот эти вопросы, которые надо решать на всех уровнях. Это и районы, если у района тоже есть вход и выход. Определенные магистрали, которые выходят из района в район. Посмотрите основные магистрали. Там тоже сделайте, на этих перекрестках, определенное провозглашение, молитву. То есть, друзья, работы много, как вы понимаете. Поэтому я сейчас еще до конца не заканчиваю с воротами. Еще есть что говорить, что можно поставить и насадить у ворот. Об этом чуть-чуть тогда в следующий раз, потому что эта тема большая. А что я предлагаю сегодня? Мы сейчас после молитвы. Та команда, которая у нас
нуждается в некотором анализе проведенной работы на энкаунтере. Мы спускаемся вниз. Да, кто записывался, друзья, не надо вторую очередь стоять, кто уже на ночной записывался, на одном из занятий записывался, и желательно оставить свои телефоны, чтобы вам можно было звонить. Но сейчас мы встанем, помолимся. Значит, следующее занятие будет последняя среда октября. Какое там число, посмотрите. 25 октября, значит, последняя среда у нас будет духовная война с продолжением, с воротами, со стенами. И еще с некоторыми пунктами, которые мы сегодня не назвали. Ну, последняя среда октября, это получается 25-е. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, потому что Ты хочешь, чтобы Твой народ был вооружен, чтобы Твое наследие знало, куда идет, чтобы дети Твои, они не блуждали там, где нет путей. Я благодарю Тебя, Господи, что могу сейчас призвать на эту армию стройность. Я благодарю Тебя, что могу призвать на эту армию Твое помазание. Я хочу, Господи, чтобы каждый из присутствующих здесь мог осознать свою меру ответственности, как важно и как необходимо быть в числе людей, которые знают трубный зов. Потому что ты сказал, блажен такой народ. И мы хотим быть в числе тех людей, которые принимают блаженство от силы твоего трубного звука, которые двигаются в соответствии с призванием. И я благодарю тебя, что наше призвание – снять унылый дух с этого народа, с этого населения, переодеть в славные одежды. А для этого дай нам, Господь, делать каждый шаг поступательно, знать, зачем мы его делаем, знать, для какой цели мы его делаем. И пусть город будет взят со всех сторон, брады да будут его захвачены. И я благодарю Тебя, Господи, потому что Ты захотел, чтобы мы сегодня выстраивались стройными рядами. И я молюсь, чтобы организовывались не только группы молящихся за районы, но чтобы были и такие домашние группы, где люди могли бы обсуждать те действия, которые надо делать дальше, чтобы были эти координаторы районов. Я приглашаю сейчас твой порядок. Зажигай в сердцах тот огонь, который может разгореться в пламя, который будет действительно атмосферу расчищать, чтобы всякое давление уходило из этой атмосферы, чтобы воздух очищался, чтобы все высоты были взяты и покорены тебе. Поэтому, Господь, я молюсь о том, чтобы все эти обелиски, которые на себе несли эту проказу разрушения, проказу проклятия, чтобы все это было аннулировано силой Святого Духа. И я молюсь к тебе, Господи, чтобы твой народ мужественно наступал на выю врага, чтобы твое наследие знало, что делает, чтобы твоим детям, которым присуща, Господь, твоя природа, да будет она теперь распространяться. Природа мудрости, природа ведения, природа защищения, природа взаимопомощи. И я прошу тебя, чтобы гордость и надмение, злой путь и коварство, чтобы они не именовались в твоем народе, чтобы никакое пренебрежение друг другом, оно не могло укорениться. Во имя Иисуса Христа я приглашаю тебя действовать, я приглашаю тебя собирать твой народ, твою великую армию из севера, из юга, из запада, из востока. Я благодарю тебя, Господь, я благодарю тебя за это право, что мы имеем право разрушить всякое колдовство, всякое ворожейство, которое могло принести привнесено быть на леса нашей местности во имя Иисуса. Да не будет заколдованных лесов, да не будет больше носителей этой нечистой природы в них. Господь, мы молимся о том, чтобы все, что надо очистить, оно было очищено. Я прошу тебя, чтобы твой народ знал, как и где наступать. И я верю, Господи, что ты не просто даешь нам ведение, а ты защищаешь нас от всякого зла. И сейчас во имя Иисуса Христа безопасность я призываю на каждого воина. И я прошу тебя, чтобы не было игры в войну, а чтобы была война с победой, которую ты подарил нам. И пусть офицеры и кадровые офицеры в прошлом или в настоящем, они также занимают эти позиции, когда смогут возглавить армию твою, когда смогут возглавить отряды по районам. Господь, я очень желаю, чтобы вставали такие офицеры. Слава тебе, что они есть у тебя. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господи. Я благодарю тебя за твоих генералов. Я благодарю тебя за твоих полковников. Я благодарю тебя за твоих подполковников, за всех лейтенантов. Я благодарю тебя за сержантов, ибо все они нужны, чтобы в армии твоей был порядок. Я благодарю тебя за каждого рядового воина, которому необходимо основной груз вынести этой борьбы. Я благословляю каждого, Господь, быть под защитой, чтобы никогда никакая дедовщина, она не проникала в твою армию. И я прошу тебя, чтобы, наведя порядок в этой армии церковной, пришел порядок и в армию физическую, которая есть в нашей стране. Потому что ты хочешь, чтобы пришло все
все соответствие. Да будет так, потому что время начаться суду с Дома Божьего. Если армия твоя была в разбросанном состоянии, если она была вся распущенная, то во имя Иисуса Христа да приходит это припоясание через ума, да придет эта ясность и смысл на твой народ, да вооружится твое наследие мечами, да вооружится оно кольями, да вооружится оно твоими ракетами, которые смогут быть больше, чем баллистические, которые будут пускаться молитвой согласия и взрывать тылы дьявольские и вражеские. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что трепещет враг, когда армия возвышается, трепещет враг, когда Твой народ трепещет перед Господом, а значит исполнит предназначенное Ему. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, что армия Господня поднимается, и мы сегодня объявляем это слово, и возвышается это слово сегодня, и разносится как эхо, разносится как набат. Поднимайся, армия с севера, поднимайся, армия с юга, поднимайся, армия с запада и востока, стройными рядами, в послушании голосу Господнему, обузданный народ поднимается, великий и страшный для дьявола». Аллилуйя Тебе, мой Бог, я благодарю Тебя, что Ты захотел это сделать, и мы хотим быть в числе тех людей, кого сам Бог берет на свое обучение. Я благодарю Тебя, Господи, что мы же будем и на Твоем обеспечении, и по информации, и по безопасности, и также по Твоему питанию. Пусть так будет, Господи, пусть всегда все, что нам необходимо, здравие, крепость, безопасность, будет нам дано свыше. Я благословляю Твой народ обдумать дома все, что мы сегодня говорили. Пусть наследие Твое примет ясный смысл. Светильники да будут зажженными. И я благодарю Тебя, что то единоборство, которое когда-то проявил Давид, оно будет и в нашей жизни, как победа совершена. Поэтому единоборство личное я приглашаю победоносным быть в жизни каждого человека. Да не испугается никто света Твоего и огня Твоего, через который надо пройти, чтобы освободиться от всякого шлака. Я благодарю Тебя, Господь, что армии Твоей надлежит быть очищенной. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь.